дяди и тети, всем здрасте. Сегодня у нас опять этот навигатор. Опять же он приехал, в тот раз был клапан зажатый. В этот раз он не развивает скорость. Но этот раз он заводится на холодную хорошо, но не тянет. Сейчас разберу карбюратор, посмотрим. Может быть мембрана на карбюраторе накрылась, дырявая. Сама мембрана целая. Получается, что заводится все хорошо, без проблем. Газу дашь, то есть как будто троит, ну то есть пропуски идут. Выкручивал свечу, свеча была черная, значит и как бы топлива много. Но до этого что работало нормально. Карбюратор сам не разбирал, потому что его недавно чистил. Хозяйка говорит, бензин нормальный заливал. Ну, пока туда не лезть. Вот причина одна. Может быть, вот этот фильтр. Он забит. Сейчас попробую почистить его. Посмотреть, насколько забита она. На этом чуть-чуть струсилась мусор. Зазор свечи сделал 0,70. Ну вот, получается, сейчас без проблем заводится. Вот такой был сегодня ремонт. Ну, все, кому понравилось, поделитесь со своими друзьями. До следующих видео.